Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусную гречневую кашу с мясом. Рецепт простой и удобный. Делается все в одной сковороде. Гречка получается рассыпчатой и ароматной. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! Огромная просьба, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Отзывы и рекомендации оставляйте в комментариях. Две средние луковицы нарезаем мелкими кубиками. Одну большую морковку трем на крупной терке. Затем разогреваем глубокую сковороду, вливаем туда 2-3 столовых ложки подсолнечного масла, высыпаем лук, добавляем пол чайной ложки соли, 1 чайную ложку сахара и обжариваем до золотистого цвета. Добавляем морковь и продолжаем жарить еще 2-3 минуты. Дальше отправляем в сковороду 400 граммов свиного фарша. Добавляем 1 чайную ложку соли, пол чайной ложки черного перца, 1 чайную ложку сушеного базилика, пару столовых ложек воды. Перемешиваем и тушим примерно 10 минут. Затем кладем 1 столовую ложку томатной пасты, хорошо размешиваем, высыпаем 2 стакана промытой гречневой крупы, обжариваем 2-3 минуты, заливаем 4 стаканами воды. Закрываем крышкой. Доводим до кипения. И варим на медленном огне до полного испарения жидкости. Примерно 25-30 минут. Затем огонь выключаем и даем каше настояться минут 10-15. Вот и все. Очень вкусная рассыпчатая гречневая каша готова. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.